Привет всем! Всем привет! Меня зовут Даник. А меня зовут Анюта. И сегодня мы будем играть вот в эту игру «Бум-бум-балун». Тот, кто выиграет, получает трэшбэк, а проигравшему придется сделать задание, чтобы он мог тоже получить приз. Да? Начинаем! Вытаскиваем содержимое коробки. Ох, сколько там всего! Я палочки. Ух ты! Я палочки. Все высыпал. И теперь нам нужно собрать эту конструкцию. Для игры нам понадобится вот такой вот шарик с мордочкой. Сейчас мы его надуем. Вот она какая мордочка у шарика. Что нам осталось? Нам осталось вставить вот эти палочки? Да. Прицепим палочки. Вставим их, чтобы можно было начинать. И это сюда. И это сюда. Хорошо, что тут осталась еще одна запасная на всякий случай, да? С этой игрой идет кубик, на котором есть цифры 1, 2 и 3. Это значит, на столько щелчков нужно воткнуть палочку в шарик. И первый начинает Даник. Что у нас выпало? Тройка! Вперед! 1, 2, и 3. Молодец. Теперь Анюта, давай. И что у тебя выпало? Двоечка. Ну-ка, давай. 1. И очень аккуратно. Все, это уже 3. Так, теперь Даник. Ой, что это было? Единичка. Давай. Молодец. Теперь очередь Анютки. Что выпало? Двоечка. Анютка, только 2 щелчка. Давай. 1. Ой. Аккуратно. И 2. Молодец. Теперь очередь Даника. Тройка. А ты хочешь единичку, да? Да. Давай, 1. Два. И 3. Супер. Давай, Анютка, теперь ты. Анютка, бросай кубик. Что у тебя выпало? Единичка. Давай, 1 щелчок. На 1 щелчок нужно воткнуть палочку. Здесь. Какую хочешь. Все. Вот, молодец. Так. И теперь очередь Даника. Что выпало? Опять тройка. Давай. 1, 2 и 3. Там внутри сердечки, они падают. Теперь очередь Анютки. Давай. И у тебя выпала тройка. 3 щелчка. 1, 2 и 3. Все, молодец. Снова Даник. Единичка. Это удача.
Супер! Один щелчок. И снова твоя очередь, Анюта. Бросай. Что выпало? Двойка. Отлично. Один. Еще. Где хочешь. Семь. И два. Нет, не надо три. Два. Один у меня. И снова твоя очередь, Даник. Бросай. Двойка. Один. И два. Отлично. Какой шарик у нас весь в этих, в крапинку. Теперь очередь Анютки. Ой, что выпало? Единица. Отлично. Так. А! Все. Так. Нет. Вроде не лопнул, вроде Анюта, не лопнул. Нет. Анюта, один раз у тебя. Один раз. Вроде не лопнул, но он весь такой смятый уже, да? Да, не на очередь. Один. Что выпало? Единичка. А я чего буду? Один. Молодец. Давай, Анюта, твоя очередь. Бросай кубик. Ой, что выпало? Один. Опять один. Ну-ка. Давай. О, тяжело уже, да? Возьми, найди помочь. Длинненький. Анюта, помочь? Нет. Возьми длинненький вот этот, смотри, тут. Нет. Вот эти легко будет. Один, только один надо. Молодец. Анюта, не знаю. Давай. Ой! Анюта! Да, на Анютиной очереди лопнул шарик. Да, вот он так вот лопнул по-интересному. И победитель у нас сегодня Даник. И ты получаешь вот такой вот трэшпэк, на котором написано «Як». Як. Анюта, давай посмотрим, что там внутри шарика. Да. Там должно быть какое-то задание проигравшему, да? Да. Ну-ка. Сердечки. Там сердечки? Да. Давай посмотрим, что там внутри. Сейчас мы раскроем шарик. И посмотрим, что там за задание для проигравшего. Так, ой, все рассыпалось. Сколько сердечков! А задание у нас вот такое. Громко прокукарекать на весь интернет. Ну что, ты готова выполнять задание? Кукарекать? Давай, три раза. Давай. Кукареку! Давай еще. Кукареку! И третий раз. Кукареку! Молодец, дай пять. И ты тоже заслуживаешь приз. Ну, давайте открывать, смотреть, что у вас там есть. Да. Что у вас там попалось, какие трэшпэки. О, у Даника там два пакетика. Как ты с ними расправляешься? В этих трэшпэках идут вот такие вот коробочки. Шоколадные. Анютка говорит, что они на шоколадки похожи, да? Похожи на шоколадки, Даня? Нет. Нет? А у Анюты коричневая. Вот что она сказала. На что сказала шоколадка. У Анюты коричневая, как шоколадка, да? Yeah. И там тоже какие-то трэшпэки, да? Какие-то пакетики запечатанные. И там есть название всех-всех-всех этих фигурок, да? Ой, печенье. И печеньки там есть. Ага. Кто тебе попался? Какой прикольный. Мне кажется, это какой-то редкий. Ты знаешь, Даник? А, нет, нет. Нет? Ну-ка, давай посмотрим. Кто это у нас? А это токсичный тако попался Данику. Какой он страшненький. Да. Открываем второй пакетик Даника.
Ой, что-то розовое. Ну, и что это такое попалось? Как будто что-то, вот, не знаю. Ну-ка посмотри, как называется. И тут написано Scary Floss. Это что, страшная зубная нить, что ли? Что это за зубная нить? Что у него на голове такое? Бим. И мы приступаем к следующему пакетику, к пакетику Анютки. Что попалось ей? Ой, ой-ой-ой, что это такое? Давай искать, как он называется. А Анютке попался вот такой вот стопер. Не знаю, какой-то стопер, неряшливый стопер какой-то вот такой. Чего он там стопорит, останавливает, непонятно мне. Кстати, этот стопер редкий, вот один из редких фигурок. Держи. И мы открываем последний пакетик. Что будет там? Я думаю, нам попадалось уже такое, да, это Даня? Как у меня. Да, это киви какое-то. Ну-ка, давай искать, Анюта. А эта фигурка называется Крут Киви Фрут. Какой-то твердый киви. Почему-то он синий, не знаю. Наверное, он очень-очень-очень сильно испортился, аж посинел. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!